Гера Экспресс в Казани может прекратить работу. Ранее было принято решение о прекращении деятельности компании в Сочи. Картина Андрея Звягинцева «Левиафан» номинирована на премию «Оскар». Кинолента может получить престижную американскую награду как лучший иностранный фильм. Экипажи «КамАЗ-Мастера» продолжают лидировать на Дакаре. В общем зачете среди грузовиков первые три строчки занимают экипажи «КамАЗ-Мастер» из Челнов. Вступили в силу новые тарифы, которые регулируют стоимость перевозок РЖД. Теперь билеты в плацкартных и общих вагонах станут на 10% дороже. В программу капремонта на 2015 год вошли 280 жилых домов в Казани. Больше всего домов, 90, отремонтируют в Приволжском районе. В Казанском кинотеатре «Мир» проходит рождественская неделя православного кино. Открывал неделю фильм «Александра» с Галиной Вишневской в главной роли. В Казани на озере Кабан утки, которые решили остаться на зимовку в городе, зарываются в сугробы. Несмотря на то, что водоемы замело снегом, птицы не собираются улетать на юг. Уникальный пикап 1959 года выпуска пустят с молотка на аукционе во Франции. Стартовая цена, сопоставимая со стоимостью «Лада Приора», настоящий приятный сюрприз для коллекционеров. Панорама «Болгар» теперь стала интернет-мемом. Серебряный призер Олимпиады 2014 в Сочи Николай Алюнин вышел в финал чемпионата мира по сноуборду. Другие представители также преодолели квалификационный барьер. Новогодние праздники закончились, а настроение осталось. Как и плюшевые Деда Морозы, которые удивили казанцев. О погоде. В Казани облачно, небольшой дождь, температура воздуха 0 градусов. О валюте. Курс доллара 64 рубля 83 копейки. Курс евро 76 рублей 33 копейки. В Казанском федеральном самый разгар сессии, а наш телеканал «Универсмотри.ру» празднует свой 4-й день рождения. Подробнее об этих и многих других новостях вы сможете узнать уже сегодня в нашем вечернем выпуске. Не забудьте включить «Универ Ньюс» в 18:00.